своих заказчиков мы имеем образцы тканей, которые они могут выбрать для пошива необходимых им вещей. Образцы ткани у нас всегда представлены вот на планшетках. Ткани это натуральные. В основной массе это отечественные производители. Ну, хотя натуральный шелк у нас в России не делают, поэтому для бешметов мы используем тот натуральный шелк, который продается под маркой Италия, Япония, там, Китай. То есть, ну, ткани мы используем различные, то есть исходя из того, что есть в продаже. Вот, все это широкий, выбор большой, да, и натуралка, и синтетика, и вискозные ткани, поэтому на любой цвет, вкус, кошелек, потребность, то есть, ну, всегда можно выбрать из чего. Что-то есть в наличии, что-то мы покупаем под заказ, поэтому также и срок исполнения там, от 10 дней и, может быть, до нескольких месяцев, в зависимости от того, есть ли материал в наличии, либо его необходимо заказывать. Сейчас вот с появлением крапивы, которая всем полюбилась, в Краснодаре ее не продают, поэтому приходится заказывать, поэтому и сроки удлиняются. Но это мы все закупаем и фактически уже потом шьем, да, предлагаем людям. А по примерке что? По примеркам работаем мы как дистанционно, так и на непосредственно с заказчиком. Все примерки заказчиков, которые в транспортной доступности к нам, осуществляются у нас на базе ателье. Если это какой-то массовый заказ, то мы выезжаем к своим заказчикам, тем самым сокращаем и им время, и себе в какой-то мере, потому что, ну, то есть мы приехали, массово обмерили, сделали примерочку и быстренько отшиваем. А массовый на сколько? Ну, где-то 4-5 человек я уже могу выехать, да, и обмерить. Либо хотя бы дистанционно выбрать материал и скинуть необходимый перечень мерок, который человек в состоянии сам снять с предлагаемой схемой, где какие мерочки находятся. И на примерку уже приехать непосредственно вот полуготового изделия. Внести какие-то коррективы, и человек уже получает потом, мы работаем с почтой, работаем с транспортными компаниями, отправляем это все. Поэтому тут никогда не возникает каких-то трудностей. Наши клиенты, они по всему миру живут, поэтому не у всех есть возможность к нам приехать. А сейчас вот из последних заказов по всему миру вот получила буквально на днях ткань на Черкесску. Будем отшивать, и она поедет в Румынию для казака старообрядца. Специально искала синее сукно. И он чтобы... нас нашел. Да, он нас нашел. Ну, через Facebook нашел. Вот, и вот будем одевать туда человека. Также отшивали заказы в Грецию, и в Германию, Швейцарию. То есть что-то, по-моему, даже в Австралию через отправлялось. Вот. Ну, так, как я и говорила, одеваем казаков от мала до велика в различные виды одежды. А по женскому костюму? По женскому костюму. Ну, по женскому костюму в основной массе отшивается. Сейчас, конечно, более сценический вариант. Сотрудничаем с магазинами, с концертными коллективами. Туда отшиваем тоже ну, и на девочек, и на женщин. А, допустим, казачка, она хочет и дома носить что-то такое в повседневной жизни. Вот, и чтобы можно либо в этом же выйти, либо что-то другое на выход. Допустим, ну, это все возможно. Тоже. Да, все это отшиваем. Также я предлагаю материалы. Какие-то конкретные модели есть? Или вот, допустим, фотографию она вот показывает? Ну, возможно, да. И, возможно, и заказчица сама предоставляет фотографии. Ну, и мы как бы ориентируем, да, потому что есть у нас и книги, есть там фотографии. То есть я тоже там руку на пульсе держу, где-то какие-то интересные фотографии, я их обязательно все сохраняю. И потом предоставляем клиенткам. Книжечка есть, да, у вас? Да. Конкретно да. По костюмам. Интересно. Да, есть книга по костюмам, по мужскому, по женскому. Вот по мужскому костюму у нас есть Михаила Петровича Абрамчика книга, на которую опираемся.
по женскому костюму. Также есть, ну, то есть она, не скажу, что совсем по женскому костюму кубанскому, она история казачьей моды. Ну и в том числе там, да, сделан большой акцент на женскую одежду. Поэтому работаем. Выбор есть, да. Всегда есть на что опереться исторически, что-то предложить более современный вариант. Потому что, как я уже говорила, что женщины были больше модницами и использовали свое вот более, ну, естественно, не совсем современное, то есть это будет идти стилизация, применение, внесение современной какой-то нотки в ту одежду, которая соответствует духу и быту казачества. Еще у вас какие вопросы? Ну, по тканям, еще вот по цветам, то есть разные вариации цветов, именно, то есть сочетание какие, с, да, сочетание с черкесками. Цветов, да. Ну, в сочетании с черкесками здесь могут быть, ну вот конкретно под серую черкеску можно будет предложить сюда, вот да, будет гармонично смотреться черный цвет с отделкой, но в то же время сюда будет хорошо смотреться вот, можно даже имея черкесочку, вот прям вот прикладывать и смотреть, то есть имея наши образцы, в общем-то уже довольно-таки обширную цветовую палитру, можно смотреть, что будет подходить, прям вот непосредственно, используя вот так вот раскладочку, ну, кому что интересно. То есть мы даем свои рекомендации, а человек уже сам волен в своем выборе.